Итак, дорогие друзья, сегодня 4 июня, и я, блогер Бессонов Алексей Борисович, открываю не в самом чистом месте реки Камы купательный сезон. Я пробежался, погода отличная, плюс 26, грязи навалом, но я наберу место, и я, наверное, окунусь или не окунусь. Вот это такое место здесь на Каме, здесь я постоянно купаюсь после пробежек. Вот, так сказать, что еще хочу сказать. Жизнь хороша, прекрасна. Я весел, здоров. Нравлюсь женщинам. Что еще сказать? Все хорошо у меня. Не хватает чего? Не хватает какого-то чувства азарта, какого-то антуража. Я вот думаю, может быть, создать какую-нибудь партию свою, встать в жесткую оппозицию к власти. Но пока что это невозможно, потому что в стране такой глухой период правления Владимира Владимировича Путина и его команды. И, видимо, это будет надолго. Вообще, Бунин был прав, когда говорил, что в России надо жить долго, чтобы понимать, что происходит. Ну вот, Путин пришел к власти сейчас. Но мы будем потихонечку что-то соображать. В рамках законодательства, конечно. А пока купаться, ну тут такая грязь. Я думаю, что я лучше душ приму, потому что что-то как-то я в такой грязи не отваживаюсь купаться. Хотя хочется. Может быть, на пляж сбегать. На пляжу там вдалеке граждане на Камгесе загорают. Что-то мне не хочется. Ну и подустал, знаете, когда пробежишься так. Ладно, я передумал купаться. И веду просто технические причины, потому что очень грязно. Только поэтому. Спасибо, ваш Бессонов Алексей Борисович. Хорошего дня и хорошей погоды. Спасибо.